сейчас будем проезжать по льду, по зимнику еду, Мезень. Для местных это привычное дело, а для всех остальных не очень. Паромная переправа. Это все река. Прямо 2 километра. Вспучило здесь. Вода сверху пошла. Вы ушли с маршрута. Впереди две таких переправы и обратный путь. То же самое будет. Уже с лошадьми поеду. Мы кого грузим-то? Вот эту грузим? Вот эту грузим? Маленькую? Ага. Я в нее ехал. Вот это вот малипушка, друзья. Ну, ты поди давай на место. Ты пьешь, да. Иди туда. Сейчас будем грузить. Ребят, холодно, рука мерзнет, поэтому, наверное, не получится все заснять. И еще просто придется помогать сейчас. Так что извиняюсь, если что не так. Все, загрузились. Вот ребята в лошади. Вот красавчик. Один, второй. Чего не будете? Ну я до трассы доеду, там остановлюсь. Наверное, посплю. Пока грузились, немножко покоцал морду. Да там немножко, там нет ничего. Я когда Светлане позвоню по поводу, что скажу, что вы выехали. Все, много это стоит. Есть спокойно. Вот это второго грузили только что. Сейчас адаптируется, тоже будет нормально. Обычно показываю. Вон что приехала. Что приехала? Волшебная коробка, что приехала к нам?
Хорошо, молодец, хорошо. Ой, хорошо. Ой, не могу вылезти. Я еще теперь сама отсюда. Вообще было бы зашибись. Фух. Так, не подходи к ней, глядя. Сейчас, даст тебе по жопе. Ой, будет, ай-яй-яй. Давай, давай. Выходи, не страшно тут, не страшно. Мы тебе на ночь свет оставим красивый. Будешь тут смотреть. Птичка. Да, все. Обязательно покакать надо. Никто же не спорит. Тут ты сюда не ходи, да, ты сюда ходи. Все правильно. Угу. А может там прям через сугробы и в поле идти. Пуша, не лезь. Пуша, не лезь. Он... Не лезь. Ну-ка, не лезь. Тут... Ну-ка, не... Ну-ка, не лезь. Да что ж такое-то за собака сегодня, а? Ну-ка, не пугай его, Лоша. Придержите ее. Иди сюда. Опа. Ездить мешаешь. Одна, да? Одна, одна, да, наш один. Придержите ее, я могу сейчас выехать. А, вторая дальше. Так, тихо, ты только туда не ходи, зайчик. Ну вот да, да, да. А там я прикрыла. Там я поснимал, как это, как загружали, то есть... Ну, хотя бы так, мне пару фото чисто, как... Там корова, малыш. Там не фотки. Ты аккуратно. Пуша, ты сейчас огребешь по башке, и будет совершенно правильно. Он не коза и не корова. Оп-оп-оп. Так, стой, 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 малыш. Так. Оставьте пока. Сейчас машина выйдет. Пускай он скачет вон сюда. Ага. Еще раз подойду. Ну что, малыш? Малыш. Ну, не должен. Привет. 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 Да все, все, все. Я не лезу к тебе, нет. Все. И Пуша не лезет. Все, хочешь, что я кушаю? Снег кушать, конечно. Кушай, кушай снег. Пуша, не лезь. Особенно к задам лошади. Лошадь пнет, будет ай-яй-яй. Ну вот. Кушаемся. Привет, малыш. Малыш. Да, сладкий. Все на срок взял. Вот. Да? Сладкий мой. Надо на узок сейчас скоростину. Что-то я испугалась, что он тебе будет велик. Но уже потом. Да ладно тебе, не дашь потрогать? Ну ладно, не, не буду. Нет, только вот отбивать меня не надо, пожалуйста. Вот это вообще не хорошая идея. А ты просто решила уйти? А короче, корова Гера боится его, и она убежала в коровник и оттуда мычит страшным голосом. Корова, да? Не выйду сейчас, там я езжу. Ему пока ничего не надо. Ему не надо корм, пускай пока на сене стоит. Да, малыш? Малыш, пушистый. Да, пушистый малыш,
знаешь такое?